Лен – растение, которое широко применяется для изготовления ткани, одежды, косметики, предметов интерьера. Особое место он занимает в жизни сторонников народной медицины. Из него делают настои, отвары, компрессы, применяют для лечения и профилактики многих заболеваний, а также общего улучшения состояния здоровья. Лен – ценное растение, богатое витаминами, минералами, питательными веществами, способное помочь организму в борьбе со многими заболеваниями. Льняное семя применяют для лечения и профилактики многих заболеваний. Продукт оказывает благотворное воздействие на многие системы организма человека, а именно оказывает обволакивающее действие для слизистых оболочек ЖКТ. Защитное и успокаивающее действие при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при воспалениях пищевода, при колитах, энтеритах и гастритах. Оказывает легкий слабительный эффект. Обладает противосклеротическим действием и уменьшает содержание холестерина в крови. Улучшает работу кровеносных сосудов, обладает противовоспалительным действием, помогает справиться с избыточным весом. Улучшает зрение, защищает органы дыхательной системы, стимулирует детородную функцию, укрепляет иммунитет, помогает при обморожениях и ожогах, снижает высокое кровяное давление, уменьшает риск развития инфарктов, нормализует работу печени, улучшает потенцию, помогает справиться со многими женскими патологиями. Очищает организм от токсинов. Выступает в качестве средства профилактики онкологических заболеваний. Семя льна приносит много пользы для организма человека благодаря сбалансированному содержанию полезных составляющих. Семена льна используют не только в качестве лекарства, но и как косметическое средство. Они решают проблемы сухой и жирной кожи, ломких ногтей и секущихся волос. К противопоказаниям относятся колит, холецистит, панкреатит, аллергия, нарушение работы печени, камни в желчном и мочевом пузыре. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!